Добрый день, Катя. Алло. Алло. Да что ж за связь такая? Прошлой неделе уже, в принципе, напомню, что в Минстрой уточнили, Россия начинает помогать Донбассу и Луганщине в восстановлении дорог и объектов, и первая колонна техники из 70 машин и почти 400 специалистов прибыла уже в непризнанные республики. В планах по ДНР и ДНР прямо на жилья, улиц, объектов и инфраструктуры. Добрый день, Катя. Еле дозвонился. Тут Ольга Ивановна Томили нас интересуется. Вы принесете ей сегодня пенсию на Мира 19А? Алло.